Сегодня снимаю видео про мои пустые баночки. Накопилось их уже очень-очень много. И вам расскажу про каждый продукт по отдельности. Закончился у меня вот такой антиперспирант Nivea 48 часов. Двойной эффект. Мягкий уход. Очень нравится, но сейчас предпочитаю почему-то больше Rexona. Мне как-то нравится, она больше защищает. Nivea тоже очень хорошая, но сейчас отдаю предпочтение Rexona. Следующий продукт, вот такой замечательный гель от Камей, очень мне понравился, романтик серия, с божественным ароматом, навеянным розой Де Богатель, потрясающий аромат розы, очень нравится, запах вани остается еще где-то около часа, очень-очень нравится этот гель, хорошо увлажняет, смягчает кожу, очень нравится. Я его, кстати, давно уже не брала и решила купить. Также у меня закончился вот такой потрясающий гель от Ив Роше, с ароматом сирени, потрясающие производители передали этот аромат сирени, очень пахнет, такой свежий аромат, очень нравится. Следующий продукт, это у меня была вот такая умывалочка от 100 рецептов красоты, энергия и тонус, гель для умывания освежающий с клубникой. Девочки, безумно пахнет клубника, я вам уже как-то рассказывала про эту умывалочку, очень прекрасно удаляет макияж, даже стойкий у меня удалял макияж со второго раза, очень хороший продукт. Также закончилась вот такая замечательная маска, если не ошибаюсь, называется она «Цветы Таиланда», да, очищающая. Она такого сиреневого цвета, наносите ее на 5 минут и смываете. Очень хорошая маска, хорошо она очищает личико. Также закончились у меня скрабы, первый скраб с малинкой, это даже пилинг идет вот такой. Очень нравится, потрясающий аромат малинки, очень такой легкий, такой приятный, очень нравится, как скрабируют. Он, кстати, очень нежный. Также закончился у меня мусс с орхидеей и ванилью. Очень легкий, хороший увлажняющий крем. Потрясающий продукт. Я вообще обожаю Organic Shop. Закончился у меня и такой скраб с ароматом кофе. Безумно... Ой, с ароматом какао, простите. Какао. Пахнет и какао, и кофе мне пахнет. Очень-очень хороший. Он такой более пожестче. Мне очень нравится. И закончился у меня скраб от бабушки Агафьи, он был такого зеленого цвета, я вам уже рассказывала, с грушей и крыжовником. Хорошо скрабирует, но он очень-очень легкий, подойдет больше для сухой или чувствительной кожи, потому что я люблю больше скрабы пожестче. Аромат у меня не испортился, консистенция не испортилась, также потрясающий пах грушей и крыжовником, очень нравится. Этот продукт, я осталась довольна. Закончилась у меня такая соль для ванн от Fresh Juice. Потрясающая соль у меня была с медом и сливой. Очень классная, мне очень нравится. Получаешь прям арома, такую процедуру дома. Хорошая соль. Закончилась у меня маска от Брелил. Моя любимейшая, очень она мне нравится. Хорошо придает блеск, увлажняет, питает. Потрясающий продукт, советую вам попробовать. Закончился у меня также крем от Oriflame Essentials, он зимний был, с какао-витамином Е, такой хороший крем, кстати, поры он у меня не забивал, очень мне понравился такой, неплохой такой кремчик. Моя любимейшая соль от Tiande, очень она пахнет зеленым чаем, тоже это больше всего такая вот соль, очень такая нежная, быстро тающая, эта соль надо скрабировать как можно быстрее. Вот сейчас аромат до сих пор пахнет, очень нравится, буду покупать снова и снова, пробовать, там еще с ароматом персика есть, с ароматом розы и с ароматом лаванды, если не ошибаюсь. Закончился также у меня гель для бритья от Satin Cat Gillette с лавандой, очень нравится, безумно классная вещь, кто еще не пробовал, советую вам попробовать этот продукт, но я думаю, его все знают и уже многие пробовали. И закончился вот такой у меня от Estelle серия Curex, бальзам для коричневых оттенков, обновление цвета. Ну, такой легенький-легенький бальзамчик, цвет он добавлял, может быть, чуть-чуть, волосы блестящие, шелковистые, не более того. Но мне кажется, это просто потраченные зря деньги. Лучше купить маску от Estelle или шампунь, или кондиционер, у них очень хорошие продукты, тоже очень-очень нравится, классная серия. В общем, всем приятного просмотра, спасибо большое за